Всем доброе утро. Находимся в таком прекрасном месте. Как вы думаете, что за река? А это река Дон. Находимся в районе Донкова. Вот. Взял фидера. Сейчас будем прикармливать точку. Вот. И рыбачить. Из наживки у нас сегодня опарыш, червь, кукуруза. Вчера подготовил себе месяц здесь, выкосил траву. Ну как вам? Я думаю, нормальное местечко будет. Посидим, отдохнем. Ладно. Сейчас раскладываемся, прикармливаемся и начинаем рыбачить. Ну вот, друзья, замешиваем прикорм. Сегодня это у нас лещ Дунаев. Вот. Бешеный клев. Потом взял кубанское для реки, для фидера. А также панировочные сухари добавим. Ну, из наживки червь опарыш, кукурузка бондюэль. Все, приступаем к замесу. Берем Дунаев, Лёха. Пакетик Дунаева пошел. Сухарей панировочных. Туда же. И кубанской добавим. Кубанская хорошо сделана, не рвется. Здесь крупные фракции для речки. Я думаю, будет нормально. Дело перемешиваем. Аромат. Так, у меня есть вот такая вот штучка. Осталась после карповой рыбалки кукурузка, видите? Я сейчас ее тоже разбавлю и добавлю. С опилками, ничего страшного. Вот. Ладно. Замешаем сейчас. И будем кормить. Пусть чуть-чуть настоится. А мы будем заниматься монтажом снасти. Вот такие крючочки буду сегодня использовать. Вот. Овнеровский 12 номер. Леску поставлю по флюрик 0,16. Посмотрим. Сейчас делаем монтаж. И начинаем кормить. У меня, ребята, уже поклевка. И это плотвица на червя. Хе-хе. Смотрите, какая красавица. Только забросил
тоже поклевка. На два фидера нельзя успеть. Какую-то рыбу поймал. По голове на леща похоже. А так нет. Ух ты! Хорошенькая. Первый забросик. Вот у нас сегодня жарило. Покажи поближе. Она небольшая, не тут. Я его сначала зацепил. Первого заброса шикарно. Сошел. Гад. Не крупный, но вкусный. Вернись, я все прощу, да? Вот он какой. Хариус донской. Рыбка есть. О, боец, рыбец. Что-то другое. Назовем его колец. Какая-то другая рыбка, кстати. Покажи зрителям поближе. Смотрите, уважаемые зрители. Только... Опа! Ух ты! Первый подлещик! Я понимаю. Рыбка. Смотри, какая красава. Сейчас я достану его и вам покажу. Посмотрите. Большой, но побольше, чем то, что в садке. Зачет. Что-то вроде есть. Что-то вроде сопротивляется. О, ничего себе. Камень поймал. Представляете? Поймал камень. С ума сойти. Что это? Реально камень. Ладно. Зашвырнем. Раз. Опа. Вместо рыбы остался нам камень. У нас поклевочка была. И что-то там дергается. Кто-то есть на той стороне лески. Ага, вон он. Ельщик, походу. Да, вот он. Вот он. Тот красавец, который поедает всю нашу наживку. И прикормку. Небольшой. Но приятный. Боец.
Ставил я туда. О, есть. Опять очередная рыбка. Кончик как работает, видишь? О, смотрите, вжу, какой боец. Попался. Вот и вот. Вот он. Сходу берет, конечно. Если. Очередная поклевочка. И у нас кто-то там борется. О. Ельчика или плотвичка. Ельчик крупноват. О, смотрите какой. О. Такие мне нравятся. Ну что, ребят, закончилась моя рыбалка. Сейчас я вам покажу мой скромный улов. Вот так вот. Я думаю, для первого раза это нормально. Как вы считаете? Новый. Не забывайте подписаться на канал, оставить комментарий и нажать колокольчик в нижнем правом углу, где кнопка подписаться. Все, всем удачи, пока.